Название этой компании знакомо практически каждому. Как и ее продукция, у всех в аптечке есть лекарства этой фирмы. Но это далеко не единственный вид деятельности компании Bayer. Она широко известна и среди сельхозпроизводителей. С фирмой Bayer уже работаем в течение 15 лет. Мы применяем все пестициды фирмы Bayer. Вот именно там инсектициды, гербициды, фунгициды. И препараты Bayer пользуются спросом у нас в республике. Средства для уничтожения вредных насекомых, сорняков, препараты против возбудителей грибных заболеваний и для защиты семян и растений. В ассортименте фирмы более 60 видов продукции. Так как мы работаем с семеноводством, нам важны препараты для борьбы с тлей. Это биская. Это также обязательный препарат, который мы используем в своей работе. Наша компания одна из мировых лидеров на рынке средств защиты растений, как семян, так же биотехнологий. Каждому сельхозпроизводителю мы готовы предложить полное сопровождение по применению нашей продукции. От закупки до применения. Появилась фирма еще в 19 веке, с тех пор только наращивает темпы производства. Каждый год на опытах по качеству продукции среди множества компаний Bayer занимает лидирующие позиции. У Bayer что устраивает, то что цена и качество получаемого продукта уже товарного картофеля, он отвечает как раз интересам фермера. Это немаловажно. И важно то, что сегодня, используя эти препараты, картофель не только выращивается качественно, но и лежит в хранилище хорошо. Устойчивое развитие, экономическая стабильность и социальная ответственность – главные принципы компании. Поэтому неудивительно, что продукция Bayer представлена в 80 странах по всему миру. Продукты компании Bayer пользуются большим спросом у нас. И они того стоят. Компания Bayer – надежный партнер сельхозпроизводителей с широкой линейкой средств защиты растений. Ваш урожай всегда под защитой. Под защитой Bayer.